Внимание, переезд. По всей стране сегодня проходит акция, проводимая российскими железными дорогами. Северо-Кавказская железная дорога совместно с ГИБДД и мэрией Черкесска провели профилактические мероприятия по профилактике ДТП на переездах Черкесска. Альбина Курачинова-Кенжева тоже побывала в атмосфере железнодорожного пути. Водителям и не только важно помнить, что ЖД-переезд – зона повышенной опасности. Необходимо соблюдать требования сигналов и дорожных знаков вблизи переезда. Сотрудники ГИБДД и железнодорожного пути раздавали автолюбителям памятки с правилами. Всегда соблюдать требования дорожных знаков, дорожных светофоров при подъезде к железнодорожному переезду. Не пытайтесь проскакивать через шлагбаум, будьте внимательны. Счастливой дороги. Все, спасибо. Будьте внимательны, соблюдайте правила, передайте своим знакомым. Потому что очень много людей гибнет по неосторожности, по невнимательности, по телефонам разговаривают. Берегите себя и своих пассажиров. В РЖД говорят, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Поезд быстро остановить невозможно. Даже с применением экстренного торможения состав остановится лишь через 800 тысяч метров за переездом. Это следует знать и помнить также детям, которые любят поиграть вдоль железнодорожного полотна. Представители РЖД рассказали про акцию и печальную статистику на переездах. Руководство ООО РЖД крайне обеспокоено сложившейся ситуацией с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах. По состоянию на 1 апреля 2023 года в границах Северо-Кавказской железной дороги произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека. Особую тревогу вызывают случаи столкновений транспортных средств с пассажирскими и пригородными поездами на переездах. Причиной всех дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта. Железнодорожный переезд требует сосредоточенного внимания, ведь это один из самых сложных отрезков дороги. От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд. И нельзя полагаться на свое транспортное средство, ведь оно в любую секунду может подвести. Не подвергайте себя, ваших близких и людей, находящихся в районе переезда, опасности. Ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье. Альбина Курачинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.